девочки, мы с вас в шоке. Как вы можете? У нас такое дело. У нас вообще-то важная миссия. Вы что, наши конкуренты? Извини, Жужа, но я не знала, что ты тоже сегодня будешь ходить по школе и собирать деньги. У нас тоже очень важная миссия. Угу. Так, короче, Жужа, ты собираешь себе деньги, а мы сами себе. Капец, девочки, какие вы жестокие. Мы собираем деньги на корм для бездомных животных. Жужа, собирать деньги на бездомных животных — это очень круто. А вот мы собираем деньги на наш выпускной, мы уже договорились. Да, Жужа, поэтому все, давай, ты собираешь сама себе деньги, а мы сами себе. Мы вам не мешаем, а вы нам. Угу. Значит так, Маруся, на счет три быстро бежим, чтобы собрать больше денег. Ясно? Раз, два, три, побежали! Мальчики, привет! Вы не хотите пожертвовать деньги на наш школьный выпускной? Да, там будет вечеринка! А какая будет программа на выпускной? Будут клевые танцы, крутая музычка, а еще будет очень много разных напитков. Пацаны, давайте, не шлобитесь, ну пожалуйста, пожертвуйте хотя бы что-то. Я бы пожертвовал, я не жадный, но у меня нету денег. Ладно, Диан, так уж и быть, я пожертвую. Спасибо, Дима! Я на вечеринке с тобой обязательно станцую медляк. Все, Диана, побежали дальше. Так, все, спасибо. Хорошо, Диана. Дима, зачем ты им вообще деньги сдал? Ой, ты слышал, Диана со мной медляк станцует. Да, нормально, до выпускного еще 2 месяца, они уже деньги собирают. Кость, ну зато коктейли, медляк, это же мечта любого подростка. Ребята, привет, у нас такая миссия. Мы собираем денежки на корм для бездомных животных. Положите, сколько не жалко, пожалуйста. Капец, Жужа, ты не могла подойти немного позже? Ты что, не видишь? Я с Артемом общаюсь. И кто вам сказал деньги собирать? Никто нам не сказал. Мы решили сами инициативу проявить. Да, мы решили приютом помогать. Слушайте, идите отсюда, нет у нас денег. Да, мы все столовки потратили. Это что получается? Вам не жалко собачек беленьких, пушистых? Вам не жалко вот таких вот щенков, которые кушать хотят? Да жалко, жалко, девочки. Артем, дай денег. Груша, почему я? Да я тебе потом отдам. Ну, ага, отдашь. Спасибо, Артем. А ты, Груша, не забудь ему отдать деньги потом. Хорошо. Ладно, Маруся, побежали. Пацаны, привет. А вы хотите потусить на вечеринке? Ага, оторваться по полной. Хотим. А что нам надо делать? Ничего сложного. Просто надо положить вот эту волшебную коробочку. Денежки. На наш школьный выпускной. Угу. Да, я хочу на выпускной. Артем, положи день. Патрик, тебе нужно, ты ложи. Мальчики, не жлобитесь. Будет очень весело. Ага, а то потом пожалеете, что не сдали деньги и не попали на школьный выпускной. Ладно. Спасибо, мальчики! До встречи на выпускном! Хоть бы Маруся на выпускной не пришла. Артем, у нее всегда есть деньги, она по-любому сдаст. Сдаст, сдаст, а сегодня не сдаст. Ну что, и здесь деньги уже собрали? На свой выпускной. Животные важнее. Послушайте, девочки, я ничего не имею против сбора денег на животных. Я даже пожертвую. Вы собираете на животных, а мы на выпускной. Пацаны, мы собираем деньги на корм для бездомных животных. Пожертвуйте нам, сколько не жалко. Пожалуйста. Артем, ты это видел? Вы что, сговорили? Мы уже пожертвовали. Да, на выпускной. Как вы так могли? Деньги на выпускной есть, а на корм для бездомных животных нет? Пожертвуйте. Ладно. Патрик, ты что? Да мне собачек жалко. Спасибо, Патрик. Да-да, но я последний раз у тебя возьму, больше не буду брать. Ну, пожалуйста, мне очень срочно нужно. Про вас, ты скажи бабушке, что ты отдашь 2 раза больше. Не, серьезно, 1 раз и все. Да я не скажу, на что нужно. Про вас, ты лучше выпрашивай, мне деньги нужны. Да бабушка сказала нет. Так попроси у дедушки. Да какой дедушка, он мне вообще деньги не дает. Про вас, ты понимаешь, если я сегодня не отдам им деньги, то они к моим родителям придут. Так а зачем ты одалживаешь, вечно одалживаешь, потом отдавать? Да я собирал, а потом потратил, кроссовки себе купил за 30 000. Смайл, так возьми свои кроссовки и отдай за месть доллар, что я теперь должен у бабушки и дедушки выпрашивать? Так папе позвони. Смайл, ты что, вообще того? Ну он у тебя добрый, он даст. Баскетболисты, привет! Привет, Диана. Привет, Ян. Привет, Бравастый. Смайли, ты чего такой без настроения, а? Короче, ребята, мы собираем деньги на наш выпускной. Будет туса, коктейль разный. Косточки поцелуем, медляк. Mm-hmm. Поэтому вам нужно только сдать деньги в эту коробочку. Вы собираете деньги на выпускной? Да, Смайлик, прикол. В эту коробочку мы собираем денежки на выпускной. Поэтому не жлобите.
поторопитесь, положите. Да, мы собираем кто сколько сможет. Пожалуйста, положите. А Диан, реально туда кто-то уже ложил деньги? Девочки, вы уже много собрали? Да, пацаны, вы не поверите, пол моего класса сдали деньги. И 10 класс тоже сдал коробочку деньги. Да, и 11 класса тоже не пожлобились. Коробочка наполняется. И поскольку вам туда денег кидают? И сколько уже у вас там? Мальчики, поверьте, уже там достаточно, около 30к. А еще мы не у всех еще собрали. О, да, круто, иду на выпускной. Отлично, брат, ты молодец, смайлик, а ты? Диан, я попозже сдам, я деньги дома забыл. Хорошо, ладно, вы пошли дальше собирать, пока. Пока, бровастый, побежали. Вот это круто, выпускному теперь быть. Да, круто. Короче, Маруся, коробка наполняется, но очень мало, для собачек не хватит. Стой, там кто-то есть. Значит так, Маруся, ждем. Так, Жужа, если они нам не дают деньги, мы хотим до него пускать. Да, Маруся, дай пять. Мы собираем деньги на корм для бездомных животных. Вы почему так пугаете? Девочки, вы что, совсем что ли? Значит так, положили деньги в эту коробку. Щеночки хотят кушать. Если вы не положите деньги, вам отсюда не выйти. Вот, девочки, на доброе дело не жалко. Но если вы с таким тоном будете просить деньги, вам их попросту никто не даст. Вот именно. Спасибо, девочки. Щеночки вам тоже скажут спасибо, когда будет есть корм. Все, Маруся, побежали. Так, Настя, давай, погоны в руки и за тренировку. Ну что, девочки, собрали? Девочки, нет, мы еще собрали деньги не у всех, но желание у людей попасть на вечеринку огромное. Только смайлик Диан не скинулся. Ян, зачем ты так? Ну он же сказал, что он забыл дома деньги. Так, все, девочки, давайте, тренируемся. Короче, девочки, если все забыли деньги, мы такую вечеринку закатим. Ребята с других школ просто отзавидуются. Вот именно, а чья это была идея? Дианина идея. Диана, моя тоже это была идея. Так, все, девочки, начинаем тренировку. Давайте, быстрее, сильнее, вперед, а мы самые крутые, самые деловые, мы все попрем, йоу-йоу-йоу. Смайла, может не надо? Выбора другого нет. Я бы на твоем месте у них вообще не спрашивал. Кость, ну бросай уже телефон, давай подачу отрабатывай. Дима, тебе что, обидно, что тебя завалили? У меня еще 90% хп. Привет, пацаны. Смай, молчи. Не понял, что это вы тут делаете? Здороваться с вами не собираюсь. Да, пацаны, я по делу. У меня к вам просьба. О, а с каких это пор у баскетболиста когда может быть просьба? Наверное, хочешь, чтобы ты с Дианой сходил на свидание. Нет, тут серьезный разговор. Пацаны, мне нужны деньги. Одолжите. Чего? Какие деньги? Кто тебе сказал, что я тебе что-то буду давать? Еще и в долг. Понимаете, просто у Смайла проблемы. Мне надо сегодня деньги отдать, а взять негде. Тебе надо, ты отдавай, мы тебе ничего давать не будем. Знаем мы тебя, берешь в долг и не возвращаешь. Пацаны, я верну, я 100% верну. Мне надо всего лишь 30к. Чего? У Бровастова своего бери в долг. 30к ему всего лишь надо. Да Бровас, ты просил у бабушки денег, она не дала. А он еще потом меня просил, чтобы я дедушке позвонил, спросил. Короче, бабушка, дедушка, все, баскетболисты, валите отсюда, денег вам никто не даст. Да, решайте свои проблемы сами. Зря вы так, попросите у меня что. Да ладно, Смайл, пойдем, они денег не дадут. Кость, ну ты посмотри, какой наглый, хочет на свидание с Дианой ходить, еще и за мой счет. Ничего, Дима, еще раз придут, мы им монет насыпем. Да, по самой подтяжке. Смайла, зачем мы пришли в спортзал? Здесь же учредишь тренировка. Брава, ты жди меня здесь. Мы сделаем все, потому что мы лучшие! Диан, можно тебя? Мы сделаем все, потому что мы тренируйтесь, я же сейчас. Лучшие! Мы... Смайл, что такое? Ты меня как бы отвлекаешь, у меня тренировка. Давай не здесь, пойдем в раздевалку. Что? Смайл, ты меня пугаешь. Смайл, а мне что делать? Бравас, ты жди там. Так, Смайлик, что ты хочешь? Говори быстрее, меня там ждут. Капец, Диана, а чего таким тоном? Ты что, меня уже не любишь? Капец, Смайлик, что за глупые вопросы? Конечно, люблю. Просто понимаешь, у меня сейчас тренировка, а ты меня отвлекаешь. Если что-то важное, говори быстрее. Диана, я тебе сейчас должен кое-что рассказать, и ты должна меня понять. Обещаешь? Да, Смайлик, обещаю. И когда такое было, что я тебя не понимала? Диана, я одолжил деньги у своих друзей и должен был их сегодня отдать. Но потратил их на кроссовки. А если они расскажут моим родителям, ты сама понимаешь, что будет. Смайл, зачем ты вообще у кого-то одалживаешь деньги? Что это за прикол такой, брать чужие деньги? И вообще, у меня сейчас тоже нет денег, я не могу тебе ничего помочь. Диан, ты можешь помочь. Ты как раз собирала на выпускной, и у тебя там 30к. Мне как раз такая сумма и нужна. Что? Смайл, ты вообще понимаешь, что ты сейчас говоришь? Я эти деньги у всей школы собирала, это не мои даже деньги. Ты, конечно, извини, хоть ты мой парень, но я на такое не пойду.
Пипец, Диана, чего ты кричишь? Я же не прошу их подарить, я прошу в долг. Смайл, я не могу тебе дать в долг чужие деньги. Эти деньги не мои, они чужие. Ладно, Диана, не надо мне одалживать деньги, зачем? Меня накажут, я буду сидеть 2 месяца дома. Зачем? Не надо, они ж чужие. Смайл, что сейчас происходит? Ты что, надо мной прикалываешься, что ли? Если хочешь, давай я позвоню твоим родителям и все им объясню. Не, Диана, спасибо, не надо моим родителям ничего рассказывать. Я лучше 2 месяца дома посижу. Ладно, Смайл, подожди. Что, Диана? Смайл, если я тебе дам эти деньги, когда ты мне их сможешь вернуть? Диана, ты моя спасительница. До выпускного 2 месяца. Я за 2 месяца тебе не 30к отдам, а 60. Смайл, точно? Да точно отдам. Ладно, Смайл. И мы закатим самый крутой выпускной. Короче, Смайл, я сейчас тебе объясню, как все нужно сделать. Коробка стоит в спортзале, запечатанная, поэтому ты через дырочку высунешь все деньги, а я потом с этой коробкой буду ходить дальше собирать их. Диана, я поняла, через 2 месяца я положу в коробку 60к. Нет, Смайл, 60 не нужно, вернешь то, что ты взял, 30к. Спасибо, Диана. Все, Смайл, я пошла. Смайл, ну что там? Есть, я спасен. Диана мне одолжит деньги, которые я собирала на выпускной. Смайл, ты чего? Это же чужие деньги. Капец, Бравасту, ты чего? Я через 2 месяца верну 60к, а не 30. Молодцы, девчонки, а теперь поворачиваемся ко мне и продолжаем. Делаем выводы. И раз, два, три, четыре. Так, все смотрим внимательно на меня. Не отстаем. Бравасту, не получилось. Деньги у меня. Капец. Бравасты, помогай собирать. Раз, девочки. Два. Так, меня все смотрим. Не отвлекаемся. Все, не ори, я отдам тебе деньги, только к родителям не иди. Все, девочки, закончили. Мы сегодня очень круто потренировались, сделали крутые выпады. Ну все, девчонки, а теперь можно идти переодеваться и домой. Ребята, я хочу вам сказать огромное спасибо, кто положил денежку в эту коробочку. На корм для бездомных животных. И щеночки теперь вам скажут спасибо. А теперь будем считать. Та-да-да-да. Считай. Ого. Ну что, ребята, посчитаем. Соточка. 200. 300. Ого, девочки, смотрите. Жужа, вот это ты денег насобирала. Да, Жужа, молодец, респект тебе. Теперь животные не будут голодные. А то, тут уже 10 тысяч. Так, 10. А нам тоже на выпускной складывались почти все. Да, все хотят крутую тусу. О, давайте посчитаем, сколько на тусу собрал. Да. Зачем сейчас считать деньги? Мы же еще не у всей школы собрали. Диана, интересно посмотреть, сколько мы собрали денег. Да, Диана, посчитаем. Интересно посмотреть, сколько они собрали на животных и мы на тусу. Девочки, я не хочу сейчас считать деньги. А мы хотим, но между прочим интересно. Да, кто за? Я. Ребят, мы уже собрали около 30 тысяч. Зачем считать? Я в уме подсчитывала. Диана, давай посчитаем. Давай, пожалуйста. Хотите посчитать? Да, прямо сейчас вам приспичило. Хорошо, вскрываем коробку. Капец, наверное, сейчас полная коробка. Вот это будет туса. Я сдал крупную купюру. А я 1000 положил. Ну что, готовы посмотреть? Да, хорошо, вскрываем. Диан, что ты же говорила, что у полшколы собрала? Диана, что? Нам же почти все деньги сдали. Где они делись? Диан, капец, ты что, нас обманула? Кроме нас никто больше не сдал на тусу. Да не, нам сдала пару классов. Диана, я не понимаю, куда делись деньги? Ребят, послушайте меня внимательно. Да, я знаю, что я поступила очень некрасиво с чужими деньгами, но я их одолжила Смайлу. Что? Диана? Как? Зачем? Ребят, не переживайте, Смайл мне вернет эти деньги, даже больше, через 2 месяца. Так что выпускному быть. Капец, Диана. Девочки, не обижайтесь. Диана, ну смотри, а то этот Смайл у нас бегал, деньги отдал. Если не вернет, выпускного не будет. Диана, зря ты ему одолжила, это уже перебор. Яна, как бы ты поступила, если бы Бравасту нужна была твоя помощь? Если что, я за Смайла верну эти деньги. Ребят, все, всем пока, Диана, я жду тебя на улице. Только попробуй не вернуть деньги! Диана, о чем они? Смайл, я им все рассказала. Ладно, Смайл, идем отсюда побыстрее. Прикол, да? На выпускной собираем деньги. Поэтому, мальчики, сколько не жалко, складывайте. Мы собираем сколько, сколько, кто может.
Сколько? Скажи, прикол, да, смайлик? Мы собираем деньги на выпускной, поэтому, мальчики, не жлобитесь. Положите сколько хотите.